9 декабря в Международном университете информационных технологий прошла студенческая киберспортивная лига OTCG International Games, которую спонсировало Управление цифровизации города Алматы. Благотворительный фонд «Халык» совместно с Национальным олимпийским комитетом Республики Казахстан и фондом образования Нурсултана Назарбаева при поддержке Казах Киберспорт Федерейшн при национальном проекте по студенческому киберспорту National eSports Student Association ежемесячно проводит подобные мероприятия. Финал лиги по киберспорту в Казахстане прошел в нашем вузе по двум дисциплинам – Dota 2 и Counter-Strike. В течение нескольких часов команда МУИ сражалась за первое место с игроками Казахстанско-Британского технического университета. Победители должны были разделить приз в 3 миллиона тенге. Студенческая киберспортивная лига Казахстана уже второй сезон проводится в подобном формате. По нашему мнению, киберспорт – это спорт нового поколения, что-то вроде шахмат, только в новом, цифровом, современном мире. Для активных молодых людей, для умных, просвещенных, как раз-таки, которыми являются студенты МУИТ. По окончанию мероприятия в дисциплине Dota 2 команда МУИТ Катарсис взяла первое место. Они отличились своей ловкой игрой. А в напряженном соревновании по Counter-Strike победили студенты КБТУ с командой «Эгоист». Денежный приз ребятам был выдан поровну в виде сертификатов. Каждый получил заслуженную награду и разделил радость победы со своими тиммейтами.